По предварительным данным, данное ДТП произошло по вине водителя автомобиля ВАЗ-2107, который при движении уснул за рулем и допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения. В результате сильного удара автомобиля с автосоставом произошло возгорание тяжеловоза «Вольво» и находящегося на платформе комбайна. Водитель и пассажир «семерки» скончались на месте. Мало что осталось и от грузовика с перевозимой техникой.